Земля – единственный остров жизни в этом темном бесконечном пространстве космоса. Человек – пока единственное разумное существо во Вселенной. С каждым годом население планеты увеличивается, и увеличиваются проблемы, с которыми сталкивается человечество. Чтобы исправить ситуацию, всемирный электронный разум решил привлечь молодых людей к решению глобальных проблем на местном уровне. Эти ребята все будут разные. Они все будут из разных городов, они не будут знать друг друга и никогда бы не встретились, но у них будет одна цель – улучшить этот мир. Их сила в единстве. Сериал фантастический, моей практике первый. Отличается он от остальных сериалов новыми возможностями. Он детский сериал, и это дает возможность поработать с детьми. Мы участвовали в семинаре, который организовал ЮНИСЕФ в Узбекистане, на котором международный опыт рассматривался в производстве детских телепередач и телесериалов. Предлагалось снять очень много различных передач, очень много роликов по различным тематикам. И вот Дильбара Па, она заведующая отдела, художественного отдела была, она, у нее телесериалы были под ее руководством, и она сразу применила к себе эту практику и говорит: а если сделать это сериалом? Вот все ваши идеи, все ваши посылы объединить в единый, интересный детский телесериал. И ЮНИСЕФ это понравилось. Это уникальная формула, которую мы искали год. После опроса детей, который мы провели по всей республике, выяснилось, что дети любят сказку, дети любят фантастику. И мы решили это пожелание детей учесть. И мы сделали сериал фантастическим, что сегодня и воплощается в жизнь. Это интерес, это неординарные решения, это те события, которые невозможно предсказать. Потому что просто случай оказывается в другом месте. Он что-то видит, он что-то узнает. Это все происходит по волшебству, которое невозможно предугадать. Поэтому сломы драматургические, они непредсказуемые и вызывают интерес, особенно у детей. Сверх задача проекта была то, что преподнести обучение через развлечение. Я надеюсь, что у нас это максимально получилось, насколько это возможно. Это была особенная задача этого сериала. Реализовать свои задумки, задумки автора сценария, через детей. Когда мы начали работать над синопсисами, конечно, была работа непростая. Как написать о необходимости кормления там, молоком матери, да, для текста? Или вдруг о вакцинации, что ребята обсуждают эту тему, насколько она важна. Но в итоге были найдены те слова нужные, те диалоги, в которых получилось и тему донести, и в то же время передать характер ребят. Когда идет диалог «дети-дети», он доступен. Во-первых, они общаются на языке, ну, пускай максимально литературный и грамотный сценарий, но это все равно язык близок к современным детям. И ребенок ребенку, когда объясняет, восприятие уже другое, потому что от взрослых мы воспринимаем как назидание. Я думаю, что зрителям будет гораздо интереснее это смотреть эти посылы от детей. С актерами и детьми работать нелегко. Мне стало труднее работать с актерами взрослыми, чем с детьми, потому что дети сплотились, дети вошли в свои образы, дети стали единой командой, в жизни стали единой командой. И поэтому, когда ты говоришь с ними уже с полуслова, они тебя понимают, а взрослые актеры начинают вести поиск. Вот даже дети начинают смеяться тогда. Они уже понимают, как сейчас себя буду вести я и как нужно играть актеру правильно. Этот сериал важен по многим параметрам. В частности, каждая серия у нас посвящена определенной теме. Есть дополнительная тема. Они, совмещаясь друг с другом, дают нужный результат. И дети его поддерживают. Вот в этом особенность его. Здесь мы снимаем тайную комнату. В каждой серии разум нас вызывает сюда, чтобы дать новое задание. Получаем свое задание и выполняем его.
Я думаю, сериал очень интересный, и так как он первый детский, мне кажется, и все дети, даже взрослые, будут смотреть, потому что мы здесь раскрывали такие темы. Наш сериал помогает детям, также взрослым, узнать что-то новое. Я тоже много чего узнала новенького, честно говоря. Материала было снято много, и игра их была очень хорошая. Ребята играли очень хорошо, естественно, очень красиво. При том, что это все-таки юноши, девушки, взрослые актеры. И работа режиссера была великолепна. Кадры были хорошие. То есть мне при монтаже было легко с этим работать. Иногда трудно почему выбрать какие-то дубли. Когда бывает плохой, хороший дубль, легко выбрать хороший. А когда несколько хороших дублей, выбрать из них лучший, это очень трудно. И в данном случае было очень трудно резать по-живому. Вот уже она завершается, сложный процесс. Дети совершенно другие. Я не узнаю в этих наших ребятах тех легковесных и взбалмошных детей, которые пришли на кастинг. Наши герои очень сильно поменялись на протяжении всего сериала. Они за этот год впитали столько серьезной и полезной информации. Они были втиснуты в такие сложные графики между учебой, съемками, своими какими-то кружками. Они вынуждены были подстраивать свою жизнь, свой жизненный график под очень сжатые сроки. И это в них вырабатывало мужество, ответственность, серьезность подхода к делу. Сегодня они еще не родители, но они впитали эти знания не просто так. Они жили в этих знаниях. Поэтому эти знания, они останутся в их головах на всю жизнь.